Так в этом доме я живу. А вот этот дом, это первоначально был построен моим дедушкой, которому было уже за 70 лет. Вот. Ну, сейчас там тоже можно, в принципе, жить. Он заброшенный. Это родственники мои забросили, это не для прессы. Вот. Но он саманный, очень теплый. У меня шлаконаливной, не такой теплый. Понятно. А там уже благодаря родственникам он заброшенный.